помощница ест изюм. Нет, вот когда я тебе его дал, надо было пройти, сказать фи, а потом через 2 часа съесть. Что такое? Пойдем, поможешь мне. Солнце яркое, но холодно. Надо поливалки включить. После зимы они плохо переключаются. А тут клевер растет. Да. Оп. Так, включаем следующую. И Алиса побежала смотреть, где что включилось. Это вдруг без ее ведома опять что-то нашла. Что там опять? Кусочек чего-то. Как мило что-то закопать и потом раскопать и съесть. И это вообще просто главное. О, картошка летит. Кашу едят голуби. Я им каждый день остатки отдаю. Они уже привыкли. Рыба тусуется. Только больших не видно. Так что все потихоньку. Какой приятный солнечный день.